друзья, смотрите, дым можно поджечь. Скорее всего, это называется пиролиз.
Вот пример необъяснимости русского языка. Утверждение «болгарка долго остывает» и «болгарка долго не остывает» означает одно и то же. По такой погоде болгарка быстро нагревается, тем более у меня защита от пыли препятствует конвекции. Но если опустить ее в холодную воду, защитив гермобаулом от влаги, то она остывает очень быстро и можно продолжить работу.
Это гора палок, все, что осталось от моего купола. А купол стоял вот тут. Теперь на его месте ангар. Очень удачная конструкция. В нем не так жарко, будет удобно чего-нибудь строгать под дождем, пилить. Синий тент, это видите, вот тот самый порванный йети. Вон он соединен на люверсы. А зелененький тент, как вы помните, плавал у меня на катамаране. Люверсы все еще служат. Очень удачная конструкция. Ангар просто рекомендую всем. Как в дом входишь?